Строение у нас получилось за 2 дня. Сейчас будем, не сейчас, а уже завтра, делать перегородки, стены и сеточку натягивать. И будут готовы вольерчики. А сегодня доделываем заборчик у осликов с калиткой, чтобы завтра можно было принимать гостей. Как мы быстро работаем, столбики уже стоят, калиточка уже стоит, забора минут на 15. Первая стена есть, продолжаем. Сегодня мы натягиваем сеточку. Вот он уже будет финальный результат, вот такой. Уже готовые вольерчики.